футбольный клуб «Металлург Видное» в рамках очередного тура чемпионата Московской области встретился с командой «Восток» из «Электростали». Наши футболисты в очередной раз продемонстрировали, что на домашнем поле команда играет уверенно и не дает повода усомниться в своей силе. Стоит отметить, что за весь первый круг чемпионата Московской области «Металлург» не пропустил ни одного мяча в домашних матчах. «Восток» же после победы над «Зорким» все же стремился отобрать очки у одного из лидеров первенства и пытался подняться на верхние строчки в турнирной таблице. Но хозяева поля не оставили шансов гостям, забив уже в первом тайме два мяча в ворота соперника. Яркую игру любимой команды оценили пришедшие на стадион болельщики. Сегодня у нас дебютирует товарищ, наш пятый номер Станислав Коханов. Вот, поэтому пришли поддержать его. И будем в дальнейшем тоже часто посещать данное мероприятие. Продуктивно сегодня. Левый фланг у хозяев закрыт плотно. Не знаю, как раньше, сегодня точно. Сами знаете почему. Потому что пополнение. Пятый номер, повторимся, Станислав Коханов. Матч закончился со счетом 2-0 в пользу «Металлурга». Следующую встречу видновские футболисты проведут 6 июля в Королеве, где сыграют с местным клубом «Металлист».